пришел? Это ко мне пришли. Неправда. Кто пришел? Твои ученики. Кто именно? Колесов и Рождественский. Колесов? Ах, Колесовер. А ты хотел от меня скрыть. Зови их. Черт тебя знает. Волнуюсь, как школьник. Ты останешься им до седых волос. Зачем ты купил ему эту дурацкую удочку? Спиннинг, удочка. Человек целый год не выходит из дому. Да, понимаешь, не кстати. Знаешь, я колебался, я хотел купить трубку. Такой, с вот фильтром. Такой? Да. Да, но он бросил курить по настоянию врачей. Что ты говоришь? Говорят. Илья Илларионович просит вас зайти. Спасибо, спасибо. Умоляю вас, не задерживайтесь у него долго. А главное, не волнуйтесь. Хорошо, Анна Яковлевна, хорошо, хорошо. А где же Петров? Что о нем слышно? От Петрова я получил письмо, да чуть ли не в начале войны. И мне он тоже давно не писал. А он мне тоже нужен. Очень нужен. Мы ведь тут не бездельничали. Разросся институт. Разросся. Да. Вот думал, умру, ну, не перебивать. Умру и свою работу о разрешении проблемы регенерации нервной клетки оставлю вам с Петровым в наследство. Вы, пожалуй, там на фронте и не вспоминали о нашей работе. Нельзя было не вспоминать, Илья Илларионович. Ранение нерва, это ведь так часто на фронте. И всякий раз, как рана заживала, кости срастались, а движение, то есть самое ценное, что есть в жизни, не возвращалось. Я вспоминал о вашей работе, о вашей лаборатории, о нашем... Да-да, Илья Илларионович, вы в ваших опытах предвосхитили самую злободневную проблему современной хирургии. Будучи на фронте, я внимательно следил за статьями Бероуза. Бероуз, Бероуз. У Бероуза все просто. Взял нерв животного, обработал его соответствующим образом, заместил им дефект и, пожалуйста, мозг для регенерации готов. Здоров. Из этого ничего не получается. Но позвольте, Илья Илларионович, вы же сами в своих опытах исходили из этого? Сходили. Сходили. Исхоженная дорожка, да пересаженная ткань становится мертвой, прежде чем центральный конец нерва успевает прорасти. Понятно? Надо решать проблему с другого конца. Надо стимулировать рост нерва, увеличить, ускорить его в 10-15 раз, чтобы он успел прорасти, пока пересаженная ткань не омертвела. Вот в чем вся штука. Это великолепно, а, Шура? Но возможно ли это? У вас есть опыт нашей совместной работы? Институт, лаборатория? У вас есть 4-летний опыт войны? У вас есть мои записи? Но этого еще мало. Надо еще пожелать. Как в свое время говорил мне Алексей Максимович Горький. Так пожелать, чтобы гора тебе кочка, а море тебе лужа. Вот вы этим и займетесь. Здравствуй, дорогой. Мы же не виделись с тобой ровно 4 года. Честное слово. Вот втроем мы могли бы сказать миру новое слово. Да, именно втроем. А вы знаете что, товарищи? Может, поселиться нам всем вместе? Это мысль. Пока нам отстроят квартиры, будем жить здесь, в гостинице. Номер у нас просторный. Только поставим третью кровать. А что вы думаете? Так вот великие дела и начинаются. Поражение, успех, все на 3 части. А табак? Ну и табак. В общем, за верность науки до конца. О, это уже похоже на клятву. Ну и пусть. У нас вся жизнь впереди. Отдадим ее науке до конца. Не отступим ни перед чем.
Как это говорил старик, чтобы гора тебе кочка, чтобы море тебе лужа. А ты как, Шура? Это справедливо. Одни аппендициты биографию не украшают. Я клянусь. Ну, а ты, Петров? А? Собак нужен, друзья мои. Собак, кроликов и обезьян. Хирургический институт имени академика вполне услышит. Ага. Доктора Колесова. Сейчас. Вот он его. Вот это там блеждать руком, ночью гулять, не было, не дает покоем слова. Алексей Николаевич, вас по городскому Вера Ильинична просит. Опять? Мы же условились во время работы не отвлекаться. Лукич, скажи меня нет. Кролик 210-й. Запиши данные биохимических изменений. Покидает на глазах. Занят. Да нет, не следует. Ну что, биохимические изменения? Любопытненько, да. Жалкие мужья, которых некогда обманывали. 210-й, 210-й. Как святые. Может, мы вернемся в лабораторию? Ты мой рай Владимир. Небесный. Нет, ты мой рай нужно ждать небесный. До утра. Но ведь результат может обнаружиться сегодня. Да, но он может и не обнаружиться. А утром мы будем знать все наверняка. За 3 месяца мы первый раз выбрались из театра. Ну, замолчите хоть здесь. Во что ты превратил программу? Неужели мы опять бежим по ложному следу? Тише, Клавыш, вы мешаете слушать. Простите, замолчите. Извините. Пусть я знаю все, что скажешь ты. Мне больно твои упреки слушать. Я люблю тебя, Евгений. По чести признание в пору. Выслушай, молю. О, Боже, ничего. Почему на ложном пути? Вместе. Ты что ж подвергаешь сомнению необходимость стимулировать рост нервного волокна? Кто тебе сказал? Ну, речь идет о впрыскивании нейростимулина. И чем больше я думаю, тем больше убеждаюсь, что нейростимулин 20 оправдает себя. Да-да, я убежден, что нас 210-й запрыгает. Да подожди, ты раньше времени. Что за безобразие? Тише. Кому ж ты хочешь мстить? О, час придет. И право мне вы надевитесь. Нет. Что ж метишь ты? Геройство к вам не идет. Кому ж? Вера Ильинична. Вот это встреча. Садитесь, пожалуйста. Неужели много ждет меня таких минут? О, перестань. С ревностью своей. Где вы пропадали?
Я звонила вам несколько раз, не могла дозвониться. Я ж был немыслимо занят, совершенно чудовищно. Я сегодня случайно в театр. Хорошо, хорошо. Оправдываться будете потом. Но я и тут тебя прощаю. Как вам нравится Лен? Лен? Нина, вы хотите сказать? У Лермонтова Нина. Это же Леночка Погодина, моя подруга. Это ваша подруга, я не знал. Вам нравится, как она играет? Удивительно хорошо, чудесно играет. Я смотрел, не отрываясь. Дайте, пожалуйста, ключ. Пожалуйста. Ключ у вас. Ключ у тебя? У меня ключа нет. У меня тоже нет. Наверное, он остался у Колесова. В таком случае, дайте, пожалуйста, контрольный. Так у вас же был контрольный. Нормальный ключ доктор Колесов давно найти не могут. Как же мы пойдем домой? Затруднительно. А ведь он пошел ее провожать. Да, но она живет где-то у черта на куличках. Ну, он, наверное, спохватился и мчится домой. Ну, вот мы и пришли. Вы спешите домой? Рано еще. У вас свет горит. Это мама не ляжет, пока я не приду. Так вы что же, твердо решили оставаться здесь? Не поедете в Москву? Ну, как же я могу? Мы затеяли колоссальную работу. Ну да, конечно. У вас большие планы, а у меня сегодня технические переводы, завтра технические переводы. Нет, я непременно вернусь в Москву. Как же вы уедете? Я же буду без вас скучать. Неправда. Вы бы тогда не исчезли на целый месяц. И даже не позвонили мне ни разу. Что вы там смотрите? Что вы видите там в небе? Их не видно. Небо темное. Слышите, кричат. Кто? Журавли. Я помню, в Молдавии в прошлом году наш госпиталь стоял в саду. Я чертовски устал после 8-й операции. Вышел в сад и вот так же слушал журавлей. Фронт был далеко и был очень тихо. Журавлей не было видно, и был слышен их скрипучий крик. И мне показалось, будто передо мной 1000 дверей, и все они открываются с тихим скрипом. И знаете, о чем я подумал? Пройдет война, наступит необыкновенная жизнь. Я войду во все двери разом, сделаю что-нибудь невозможное, небывалое. И не войдете ни в одну дверь, если будете гоняться за журавлями в небе. Вот почему же, напрасно. Ой, я погиб. Что с вами? Они же меня растерзают. Ключ от двери. Они же в номер попасть не смогут. Ну вот видите, на вас ни в чем нельзя положиться. Это только в мелочах, Вера Ильинична, в мелочах. Умоляю вас повременить с Москвой и не принимать пока никаких решений. Ой, я спешу. Простите, простите. До свидания. И главное, не уезжай. Ну и вечерок. Спектакль дрянь, ключи ломаются. И зачем нас понесло в этот театр? Ну, это же твоя идея. Ты же сам хотел посмотреть Погодину в роли Нины. Но я же не знал, какая она артистка. Здравствуйте. Мне больно твои упреки слушать. Я люблю тебя, Евгений. Ноет, как бормашина. Готово! Познакомьтесь, пожалуйста. Который час? Оказывается, уже 8. Странно. А у меня без 6. Ты их не трогал? Вставай, вставай, Алексей! А девочка-то, от гам куда добралась? Как быстро летит время. Слышите? Слышите, как играет, а? Да.
Пока мы доползем до чего-нибудь путного, она уж будет выступать на международном конкурсе. Черт возьми, зачем я вчера обругал нашу соседку? А? Да, нехорошо получилось. Володя, тебе бы следовало извиниться. Да? Ну. Если бы она могла оценить наш успех, она сказала бы, что мы такие же исследователи, да, как... Да, да, надо извиняться, Володя, нехорошо. Ты думаешь? Конечно. А ты как считаешь? Безусловно. Нужно пойти извиниться. Да, одет черный костюм и, значит... Опоздали. Уехали еще на рассвете спектакль играть в район. Так что опоздали. Снимите повязку. Дайте я. Принесите капустный лист. Так, неврома нет. Сейчас он у нас запрыгает. Обязательно запрыгнет. Алексей Николаевич, к телефону. Бабы звонят, так я должен. Каждый день одно и то же. Это по поводу одной больной. Острый аппендицит. Я сейчас, минуточку. Это, Шура, не аппендицит. Это у него что-то сердечное. Ну и пусть, мне это надоело. Ну? Иди. Ну иди же. Закройте дверь, я вам третий раз говорю. Иди. Напрасные усилия. Безнадежно. Да-да, дайте шприц. Пусть не мучается. Анна Михайловна, позвоните, пожалуйста, в гостиницу. Пусть нам оставят ужин. Мы поздно вернемся. Ты бы лучше распорядился, чтобы нам зажарили этого кролика. По крайней мере, от него была бы хоть какая-нибудь польза. Я запрещаю зубоскалить по этому поводу. А что ты на меня кричишь? Я год потерял на этих кроликов. И это не смешно. За это время я успел бы... Я смог а бы... А почему ты кричишь только о себе? Я тоже работал в этой лаборатории. У меня тоже уходят годы. Ты мне их вернешь? Зачем тебе их возвращать? Чтоб ты смог другое сделать за это время. Я не хуже хирург, чем ты. Запомни это. А во-вторых, я всего себя отдавал нашей работе. Я жизни не видел. Мне так же жаль потерянного времени, как и тебе, как и Володе. Правда, Володя? Неправда. Почему? Я ничего не терял. Я жил. Правильно. И если нужно 100 лет так прожить, я согласен. Это мой долг перед советской наукой, перед человеком, в конце концов. Удивительная вещь, как у нас по каждому поводу любят говорить о долге, о спасении человечества. Работать нужно, а не рассуждать о высоких идеях. Вот за этой стеной лежат люди, которые кровь свою проливали за эти высокие идеи. А ты свинство. Не понял. Что? Что ты сказал? Свинство и пошлость. Товарищи, что с нами начали шутки и вдруг... Может, мне вообще уйти? Уйти? Да, уйти. Уходи. Александр, я тебя прошу, перестань. Александр. Пошлость и свинство. Да как он смеет так говорить? Я тоже 4 года под огнем был. Я 2 раза ранен. Я... Ну, Александр... Простите! Оставь меня!
Владимир! Владимир! Ты понимаешь, что значит для нас твой отъезд? Ты должен помириться с Петром. Хочешь, я с ним поговорю? Не надо, не трудись. Ты что же, окончательно решил ехать, да? Ну, понимаешь, ты сошел с ума. Перестань. Да-да, войдите. Извиняюсь, что помешал вашим научным занятиям. Разрешить представиться? Назаркин Михаил Игнатьевич, наборщик городской типографии. Садитесь, пожалуйста, слушаем вас. Благодарствую. Много слышал о вас. Давно мечтал познакомиться. Как сказать, по неволе интересуюсь врачебным делом. А в субботу статейку о вас добирал. Простите, минутная слабость сейчас пройдет. У вас кто-нибудь из близких болен? Да, дочка. Только одна она и осталась у меня из близких. Хорошая девочка, способная и музыкальная. Большие способности к танцам имеет. Замечательный ребенок. Вы знаете, в 5 лет уже вальс каприз танцевал. Да, и вот война. Я вас не задерживаю? Нет, нет, продолжайте. Да, курите, пожалуйста. Да, война поранила ее осколками. Бомба, знаете ли, фугасная. Так хитро поранила. Выздороветь выздоровела, а ноги не ходят. Что же говорят врачи? Профессора говорят, что нервы у нее в ногах перебиты осколками. Большой дефект ткани, поэтому не берутся оперировать. Очевидно, вы хотите, чтобы мы вылечили вашу дочь. Да-да. Я читал, что это по вашей специальности. Да, этой проблемой мы занимаемся. И очень усиленно занимаемся. Но, к сожалению, это дело еще далекого будущего. Да, ждать, значит. Трудно, товарищи, ждать. Большое горе. Может, кому и будет хорошо. Но нам с дочкой счастья не видать. Нет, нет, вы не правы, вы не правы. Я не согласен с вами, Михаил Игнатьевич, не согласен. Вам легко говорить. Вас это, извините, не касается. Нет, нет, Игнатий Михайлович, не надо так говорить. Михаил Игнатьевич. Михаил Игнатьевич, сейчас и у нас, и за границей ряд ученых трудится над этой проблемой. И рано или поздно счастье постучится к вам в дверь. Вот слышите? Какая-нибудь девочка играет. А совсем недавно этот дом был разрушен снарядом. При нас его отстроили. Ты же помнишь, Шурик? А потом вселились люди, зажегся свет, музыка слышна. И у вас так будет... Там же живу я. Да-да, доктор, там живу я. А это моя дочка Аннушка играет. Ну, извините, что я отнял у вас время. Ну, товарищи, спасители человечества, что же дальше? Thank you.
полтысячи опытов и не проблеска удачи. Точка. Прости, серый. Когда-нибудь тебе люди памятник поставят из серого мрамора. Ничего. Все это не зря. Не зря. Другие ученые узнают о наших ошибках и не будут в своих опытах их повторять. А это уже много значит. Слабое утешение. Эти неудачи я давно предвидел. Ты у нас, Александр Васильевич, всегда все вперед предвидишь. Ты вроде барометра. Тебя только на стенку повесить. Над самоварным столиком. Алеш, что с тобой? Алеш. Ничего, ничего. Ведь наступит же когда-нибудь день, когда наши кролики запрыгают на починенных лапах. А? Шура, и мы будем оперировать людей. И люди подымутся, побросают костыли и пойдут. И вот вдруг открывается дверь, и появляется делегация от ученых всего мира. А где здесь русский богатырь Алеша Колесов? И с ними твой Берроуз. А где здесь мистер Рождественский, а? Так вот же они, пожалуйста! Ну, оставьте, значит. Ну и сразу тут, конечно, бенгальские огни, серпантин, конфетти, мампасье и письма. Письма, телеграммы, 100 000 писем, 100 000 писем. Вам телеграммочка правительственная. Министерству здравоохранения, получив предложение, ух ты, Американского хирургического института, АПАСЫ. В общем, американцы предлагают прислать к ним институт одного из советских хирургов. Ну, подожди. Ну, министерство, зная наши работы, запрашивает, так сказать, нас. Во-во-во. Придавая большое значение вашим работам, министерство хотело бы знать ваше мнение о возможности и целесообразности поездки одного из вас. Ничего не понимаю. Нас приглашают в Филадельфию. Ну вот, кажется, все. А вы знаете, даже как-то не верится, что через какой-нибудь час, через час 17 минут, меня уже не будет в этом городе. Боже мой, а сколько прожито в этих стенах. Да, бумага в отдел кадров. Да, она тут. Сколько дней трудной и, прямо сказать, поучительной жизни. Девяткин, ты? Так точно, я, Владимир Васильевич. Что случилось? Надо к нам ехать за речь, а? Что такое? Опять консультация? Да нет, на лекцию вас приглашают. А разве я обещал? Наверное, обещали. Я сегодня никуда не поеду. Слушай, у вас тут пирожки не найдется? Слышал, что я тебе сказал? Есть. Так я через полчасика заеду? Кстати, Владимир, вот мои книги. Когда будешь переезжать на квартиру, возьми их к себе. Пусть они у тебя пока полежат. А почему вы оба молчите? Вы, кажется, чем-то недовольны? Алеш, ты чем-нибудь недоволен? Я? Нет, ничего. Ну и я ничего. А ведь я вас всегда любил и всегда буду любить. Слушай, ты поторапливайся. Уже без четверти 9. Да, теперь я понял. Вы недовольны мной. Давайте выясним все до конца. Ты опоздаешь на самолет. Поздно, брат, выяснять, когда за билеты заплачен. Нет, выясним. Я считаю, что правильно поступаю. Воспользуюсь этим случаем. Поеду, посмотрю. Тем более, что у нас с вами... У нас с вами, сударь, лаборатории.
У нас с вами деньги. Сотни тысяч! Нам строят институты, носятся с нами, как с писаной торбой. Нам верят. А нас ждут! А что ж делать, если наши опыты зашли в тупик? Может быть, именно работа Бероуза и окажется для нас недостающим звеном? А что если наоборот? Если наша работа окажется недостающим звеном для Бероуза? Разумеется, я предпочел бы это. Но для науки не все ли равно, кто первый скажет «А»? А есть на всех языках «А». Да, но мне больно. Вот, лампочку изобрел Ладыгин. А все почему-то называют ее лампочкой Эдисона. Вот эту штуку изобрел Попов. А многие в мире считают это изобретением Маркони. Я не меньше тебя уважаю Гексли, Резерфорда и Берроуза. Но я хочу, чтобы наша работа, если она, конечно, когда-нибудь завершится, была работой наших советских ученых. Интересно. А что же люди, которые подписали вот эту телеграмму из министерства, не хотят этого? Зачем же тогда они посылают одного из нас? Они не посылают, они только предлагают. Они спрашивают. А ты просто не веришь в успех нашей работы и ищешь повода, чтобы, прости меня, сбежать. В таком случае я вообще могу не ехать. Поезжай ты. Перестань, Алексей! Я тебе говорю, он опоздает на самолет! Скройся, тебе говорят! Пожалуйста, я минут через 10 зайду. Ну, к сожалению, не остается времени. До свидания, Алеша. Я тебя провожу. Прощай, Володя. Прощай, дорогой. Счастливого пути. Пиши. Журналов присылай. Да побольше. Прощай. Целоваться я не буду. У меня насморк. Я пешком пойду. Пешком? Как же это так? Я быстрее тебя доберусь. Быстрее, да быстрее, да некультурно выходит. Сгреет меня за вас, ей-богу. Один поезжай, один. Я доберусь здесь, в Заречное. Выйдешь, выйдешь. Ну, спасибо. Приятного аппетита. Да ты не бойся, мамаш, я тебя не обижу. А ты кто такой? По делу идешь? Или так, дачник? Дачник, мамаш. Дачник. И я в Заречное иду. К ним, говорят, самый главный врач едет. То ли Попов, то ли Петров. Не слыхал такого?
Петров так и... Ах, Петров! Первый раз слышу. А на что он тебе? Так он, говорят, от всех болезней лечит. Это, мать, врут. А ты на что жалуешься-то? Я-то на докторов жалуюсь. На докторов? Сын у меня болен. Руки отнялись. С немцами воевал, слава богу, обошлось. А с японской компанией вернулся. Обнять меня не смог. Я уж нигде не побывала. 7 больниц прошла, 7 амбулаторий. Ну? Так не, что у докторов-то дознаешься чего. Кости, говорят, целые, а какого-то волокна не хватает. Вот. Поймешь? Попробую. Попробую. Четвериков, Федор Никитич. Четвериков, Четвериков, Федя. Угу. Парализис. Да. А, чего? Зря, мать, идешь. Не умеют они этой болезни лечить. Я эту публику знаю. Не умеют, не умеют. Я с самой троицы хожу и все попсту. Но вот теперь к этому Петрову иду. Он-то вылечит. Самый главный врач. Все может. Да что он, бог, что ли? Этот твой Петров. Бог не бог, а научный сотрудник. Ну, я пойду. А то как бы его не упустить. Погоди, мать. Не ходи. Ничем он тебе не поможет. Понимаешь, парализис. Ну, слом раз нерв перебит. Ну, в общем, наука до этого не дошла. Дачник, из городу, а правды не знаешь. Да ты пойми, мать. На, вот возьми. Мне ее сын дал. Тут сам Сталин про науку пишет. Должна наука все суметь и все достичь. Вот я и верю. Иду и думаю, как сын меня обнимет, когда доктор Петров его вылечит. Уж я б за него век Бога молила, уж я... А если не вылечит? Заладил, не вылечит, не вылечит. Он поди своей головой думает, зато ему и почет. А ты что? Одно слово, дачник. Что ты ко мне привязалась? Я тебе только говорю, что зря ты, зря. А Петров этот твой... Ни черта не стоит. Нуль он. Нуль, нуль. Нуль, да еще без палочки. Ну, погоди. Постой. Куда, что ли? Нам по дороге. Никуда не ходи, мать. Ступай назад. Прощай, меня ждут. Прощай. В городах наших, в обширных лесах, в степях ищут наши ученые причины болезней и средства борьбы с ними. И вот если вы спросите меня, а далек ли тот час, когда наука сможет продлить жизнь человеку, я отвечу, нет, недалек. Почему человек должен жить меньше 100 лет? Чем он хуже ворона или орла? Человек должен жить долго. Честное слово, он этого достоин. Да-да, сюда. Ты все-таки пришла, мать. Так ты и есть Петров. Куда ж мне теперь идти? Подожди, мать. Подожди. Подожди. Не могу я сейчас сына твоего вылечить. Способ этот ищу, я давно ищу. Но я обещаю тебе, я сделаю все, что могу. Только ты меня не торопи. Ты уж постарайся, сынок, чтоб недолго ждать. Я ведь не молоденькая. Извините, пожалуйста.
Здравствуйте. 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 Вот не ожидал вас встретить здесь. Я в прошлый раз был недостаточно тактичен. Я должен перед вами извиниться. Не ожидал. А почему? Я заходил к вам в прошлый раз домой, не застал вас. Вы куда-то исчезли. А я отказалась от роли и уехала в область. Не думайте, меня не отпускали. Но я упрямая. Неужели все из-за того, что я наговорил? Ну уж, я сама решила. Большие роли удаются не сразу. Да-да. Не сразу. Вы уезжаете? Да. Меня мои собаки ждут и обезьяны. И лекция мне ваша понравилась. Вот сегодня пришли из Воробьевки и из Больших Ручьев. И им все интересно знать. И горести Ларисы, и правда о себе, и то, что было вчера, и то, что будет завтра. А после спектакля пойдут провожать тем колхозом. И песни будут петь. Нет, я хочу быть сельской актрисой. Вы знаете, я, пожалуй, останусь сегодня на спектакле. Mm-hmm. Да, мне тоже очень хочется знать то, что было вчера, то, что будет завтра. Ну что, как это можно? Вас же в город надо. Вас там ждут? Кто меня ждет? Обезьяны. Начинаем. Бегу. Прощайте. А вы скоро будете в городе? Еще не знаю. Может быть, к Новому году. Ну, хорошо. Я вас буду ждать. Обещаете? Обещаю. Вот только с одним условием. Сейчас уезжайте, а то мне будет страшно играть. Вы очень строгий ценитель. Ну, чего же стоите? Ну, уходите. Ну, я вас очень прошу, ну. Уходите. Ну, ладно. Мне поднять бокал за тех, кто продолжит наше начинание, и в частности за нашего молодого коллегу Владимира Васильевича Петрова. Кстати, где он? Thank you.
С Новым годом вас, доктор Федоров! С новым счастьем! С Новым годом, Иван Анисович! Ну как, в доме ученых встречали? Первый раз в жизни так встречаем. Ну вот видите, желаю вам весь год так же удачно провести. Спасибо. А что, Погодина из 56-го не возвращался? Нет, она не скоро приедет. Она поедет. Спокойной ночи, доктор. Да-да, спокойной ночи. Журавли. Шар. Ну вот. А еще хотите, чтобы я за вас замуж вышла? Вы же меня на второй день потеряете. Зерочка. Спокойной ночи. Володь, я тебя не разбудил? А? Володь, я тебя не разбудил? Ну, что случилось? Это необыкновенная женщина. Кто? 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 Вера Ильинична. Это был незабываемый вечер. Я всю дорогу нес ее на руках. В ней столько ума, столько изящества. Володь, ну посоветуй, как быть, а? Что ж ты молчишь? Ты немедленно сделай так, чтобы и она тебя полюбила. Ну, понимаешь, я тебя серьезно спрашиваю. Понимаешь, я жить без нее не могу. Я женюсь. Женишься? А ты подумал о том, что ты вечно будешь занят?
вечно со своими мыслями. Вечно будешь мучиться в поисках. Поймет ли она это? Ведь эти свои мучения ты не отдашь ни за какое благополучие в мире. Хватит ли у нее мужества, доброты, благородства? Ты ее не знаешь, ты ее совсем не знаешь. Она ради меня готова на любую жертву. Ну, я не знаю, на подвиг. Ты знаешь, во мне есть это некоторое витание в небесах. А она мне поможет. Она меня будет чудесно дополнять. Ну, как я теперь буду работать? Я сверну горы! Любовь окрыляет. Любовь — это птица. Ну что ж, женись. Подумай хорошенько и женись. Володь, дай я тебя поцелую. Ну, тебе этого не понять. Нет, тебе этого не понять. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена Кирилловна. Весело встретили Новый год. Никогда в жизни так не встречала. Желаю вам отдохнуть после веселья. Так... Благодарю вас. Где вы были? В лесу. Я не шучу. Я не шучу. В лесу. Вчера мы играли в Демьяновке, Любовь Яровую. Все очень говорили остаться. А меня почему-то потянуло в город. Это мне в наказание. Какие у вас руки холодные. Дорогу испортился автобус. Я 17 километров шла пешком. 17? Я же обещала. И вот я здесь. И вот я вижу вас. Я очень замерзла. Я хочу спать. Вы идите. Идите. Я вам даю 8 часов на сон. Нет, 6. Нет, 5. Но я должна уехать через 2 часа. У меня спектакль. Я вас не пущу. Я запру вас на ключ. А ключи не помогут. Почему? Мы сегодня опять в Заречном играем. Да, с Новым годом! Ну что же вы молчите? С Новым годом! Нет, я же говорю, что я звонил в район. Я им говорю, отгружайте кругляк, отгружайте кругляк. Тише! А? Тише! Люди спят. Я говорю, отгружайте кругляк, отгружайте кругляк. Они говорят, давайте осину. Какую осину? Тише, тише, люди спят. Тише, тише, люди спят. Тише, тише, люди спят. Жених! Вставай! Давай! Прекрати, ну что это? Владимир, рубль... Ты же сам говорил, что любовь окрыляет. Ну, холодно. Что любовь — это какая-то птица. 8 часов Нового года. Нас штат деформа трансплантейшн. Трансплантейшн. Нет, братцы мои, не трансплантейшн.
не трансплантейшн, тут Илья Илларионович прав. Прав. Я не работаю, больше работаю, они тут мешают, не дают работать себе ничего. Лукич, что, обязательно должен это сейчас сделать, а? Может, можем потом, а? Можно и потом. Могу и совсем ничего не делать. И напоминать вам не буду. Что напоминать? Вы же хотели на вокзал ехать. Вам, кажется, нужно кого-то провожать. Алеш. Лукич. Да? Лукич. Я, кажется, нашел. Что нашел? Лукич, я, кажется, поймал. Чего поймал? Колесова, давай сюда. Алексей Николаевич Колесова. Ну какого же Алексей Николаевич, ночь на дворе? Алексей Николаевич, давай сюда, ну. Стой. Куда ты уходишь? Так ведь вы сами меня за Алексеем Николаевичем послали. Нет, стой, стой. Ты мне сейчас что-то сказал? Как? Ну, напоминал мне чего-то, напоминал. А, да. Да, ведь вам же на вокзал пора ехать. Вы же хотите кого-то провожать. А? Как ты считаешь, Лукич? Чего считаю? Вмешаться в симпатические нервные узлы для стимуляции роста нервного ствола. Ты понимаешь? Ну да. Чего тут не понимать? Нужно раздражать нерв у самого истока. В спинном мозгу. Я буду управлять его ростом. Ты понимаешь? То, что происходило раньше в 2-3 месяца, теперь будет происходить в несколько дней. Ты понимаешь, Лукич? Да чего тут не понимать? Это же бывает, бывает. Только теперь это поздно. Почему поздно? В нашем деле поздно бывает. В нашем деле, а вас поезд дожидать не будет. В нашем деле. Лена. Здравствуйте, моя кочевница. Как начался для вас Новый год? Мне он принес удачу, мы, кажется, приближаемся к цели. Работаю много. Выписал все до одного театральные журналы и аккуратно изучаю. Слежу за вашими успехами. Видел вашу фотографию из чайки. Не похоже. Вы в жизни лучше. Я внимательно слежу за вашими успехами. Почему так мало пишете о них? В Демьяновке мне рассказал один доктор, что вы сделали чуть ли не переворот в медицине. Я тоже много работаю, дружусь. Хочется мне сыграть роль Зои, рассказать людям о величии ее подвига. Я понимаю, как это трудно, но я добьюсь. Я ведь тоже упрямая. Вчера удался первый опыт. Кролики наши начали ходить, прыгать, а дальше может быть операцией над человеком. Вы знаете, Колесов женился, перекочевал к жене, и я теперь один и скучаю в новой квартире. Я часто стучу в вашу дверь на всякий случай, но разве за вами угонишься? Вы пишете, что в 20-х числах перейдете к операции над человеком. Я аплодирую вам. Кто этот четвериков, которого вы собираетесь оперировать первым? Не сын ли той старой женщины? Вы много мне рассказывали о ней. И очень рада из-за вас и за вашего друга Колесова. Кланяйтесь ему. Может быть, скоро приеду. Может быть. Только ли назначайте операцию в понедельник и 13 числа. Только не назначайте операцию в понедельник. И 13 числа. Спасибо, Иван Анисимович. Вот еще журнал из Америки. Почта все по старому адресу идет. На гостиницу. О. Да, приличная квартирка. Потолки. Жалко только вот, что окна во двор.
А так ничего. Губатура. О, Александр Васильевич. Из Чикаго направляется в Филадельфию. И в белой шляпе. Далеко пошел, товарищ Развесин. Да. Один женился, другой уехал. А вы вот у нас что-то отстающий. Ростом не вышел. Оперировать едет? Угу. Какое раз сегодня число? 11. 11. Пятница. Четверг, Владимир Васильевич. Я сегодня выходной. А, ну пошли. Пожалуйста. Не нервничай. Хныкать будете дома, после работы. Мать Четверякова здесь? Здесь. Позвать ее. Не надо, с ней уже говорили. Как поживает Вера? Спасибо, хорошо. Да, она просила напомнить, сегодня ее день рождения. У нас пир, пельмени. Может, ты считаешь, что это не совсем вовремя? Пельмени, это, брат, всегда вовремя. У тебя все в порядке, Алексей Николаевич? Да, я готов. И я готов. Владимир, ну, понимаешь, тебе чертовски влетит. Опоздать надо вычитать, это же непростительно. Пельмени, ну, пельмени мы тебе оставили. Я послал Нюшу в магазин, раздевайся, раздевайся. Тебя же ждут. Я туда не пойду. Ну, ты смеешься, раздевайся скорее. Алеша, а? Друг мой, через 2 часа после твоего ухода он умер. Кто умер? Ничего не понимаю. Неожиданный паралич, сердце, видимо, так. Кто? Четверяков. Я запретил звонить тебе. Пришел сказать сам. Меня знобит. Дай мне что-нибудь согреться. А, да-да, ты туда не ходи. Я сейчас что-нибудь принесу. Я ни о чем тебя не спрашиваю. Потом, Вере ни слова. Ее надо подготовить. Они там думают, что мы совершили чудо. Все чего-то ждут от нас, а мы... Жизнь человека, это меня давит, пригибает к земле. Володя, наконец-то поздравляю вас. А что это вы тут шепчетесь, как заговорщики? Володя, в наказание за это я оставлю вас без пирога. Это самая зверская казнь, какую вы могли мне придумать. Ну, хоть поздравьте меня. Простите, пожалуйста. Володя, вы медведь. Ну, почти милый медведь. А что это вы в пальто? Я должен уйти. Это что еще такое? Я столько про вас наговорила гостям. Там все ждут человека, которого не сегодня, а завтра узнает вся страна. Вы что, скрываете от меня? Да нет, ничего особенного не случилось. А почему у тебя губы дрожат? Владимир Васильевич, скажите хоть вы, что случилось, а? Алеша, несчастье, да? Да чего вы молчите-то оба? Володя, Владимир Васильевич, ради бога, Петров, я вас умоляю. Он умер. Да.
только не пойми меня плохо. Я долго терпела. Я первый раз сегодня плачу. Я все ждала, ждала. Мне кажется, что со дня свадьбы я так и не видела тебя. Я только ждала. Вечером, ночью. Прислушалась к шагам на улице. А ты приходил поздно, усталый, недовольный. Все говорил, говорил, говорил. Про собак да обезьян. Да-да, я понимаю, ты несчастлива из-за меня. Все из-за меня. Это не в этом дело. Мне все это кажется каким-то чужим, ненастоящим. Во всем этом так много неистовства, чужого. Это от Петрова все. Чего так упрямый? Что вас гонит? Я не могу больше. Не могу. Когда я выходила за тебя замуж, подруги завидовали мне. Ты выходишь за ученого. Какая ты счастливая. А в чем мое счастье-то? В чем? Ты же умный, талантливый. Для тебя все открыто, все возможно. Ну так почему же надо обязательно открывать какие-то Америки, мучиться, мучить других? А ты уверен, что это твой путь? Что ты создан для этого? Все рождается в муках. Это смерть. Это же частный случай. А может, ты и права. Я сам не знаю. Это ты мне уже говорил. А завтра ты опять поверишь Петрова и побежишь за ним. Нет, теперь конец. Конец, твердо. Все это журавли, журавли в небе. Это ж ты мне говоришь, а ему не скажешь. Он тебя переубедил. Он же сумасшедший. Нет, нет, я поговорю с ним. Раз и навсегда. Ну куда ты уже ушел? Я догоню его. Я не хочу больше быть фантазером и неудачником. Ты что здесь делаешь? Передай от меня Вере. Я забыл. А, спасибо. Прощай. Погоди. Поговорим. Не о чем. Все ясно. Володя, мы всегда были честны друг перед другом. Да, Алексей Николаевич, были. Мы не жалели ни времени, ни усилий. Когда уехал Рождественский, я остался с тобой. Я ни минуты. Ты не оправдываешь. Я не оправдываюсь. Но разве ты не допускаешь, что мы совершили ошибку? Это не ошибка. Это несчастное совпадение. Ты подумай, может быть, то, что мы нашли, годится для менее высоких форм жизни. Может, мы поторопились? И с такими мыслями ты его оперировал. Я же не говорю, что я так думал. Но я испытывал постоянное беспокойство. И только сейчас я понял, что же наконец меня мучило. Володя, ты, кажется, меня презираешь. Но ты пойми, я тебя так люблю, что потерять тебя мне будет нелегко. Ты только скажи, я постараюсь, я попытаюсь, я объясню Вере, если Вера поймет. Меня знобит. Принеси мне что-нибудь. Сейчас я принесу. Я слышала весь ваш разговор. Я все понимаю. Делай, как знаешь. Я не буду тебе мешать. Он ушел. Ушел? Совсем ушел? А ваши великие начинания. Сразу видно, талант со стороны.
спрашивай ни о чем. Хирургинский институт имени академика Познера слушает. Была? А, доктора Петрова. Владимира Васильевича. Сейчас. Владимир Ничего, ничего, ничего. Бывает, бывает. Картина ясная, картина ясная. Все будет хорошо. Слушайте, его нет. Нет, нет его. Грудой дел, суматохой явлений, день отошел, постепенно стемнев. Двое в комнате, я и Ленин, фотографии на белой стене. Рот открыт в напряженной речи, усов щетинка вздернулась ввысь. В складках лба зажата человечья, в огромный лоб, огромная мысль. Товарищ Ленин, я вам докладываю, не по службе, а по душе. Товарищ Ленин, работа адовая будет сделана и делается уже. Освещаем, одевай. Елена Кирилловна. Здравствуйте. У вас несчастье? Вы были у Колесова? Да, была, они мне все рассказали. Я очень волновалась за вас. Еле дождалась утра, чтобы прийти к вам. Как? Разве уже утро? Почти. Я правильно сделала, что пришла? Правильно. Как хорошо, что вы существуете на свете. Что же будет с вашей работой? Конец? Нет. Начну все сначала. А вот теперь я вас узнаю. Вздор! Вздор! Почему начинать, когда все найдено? Надо только доказать, убедить. Сегодня я больше, чем когда бы то ни было, уверен в том, что я прав. И если бы это был мой сын, мой брат, я поступил бы точно так же. Сначала же все шло хорошо, потом ему стало хуже. Да, сердце не справилось. Если бы не это... Он бы не погиб. К нему возвратилось бы движение, клянусь вам. Он бы смог двигать руками, работать. Он смог бы обнять свою мать. Не обнимет. Да, но ведь есть же и другие матери, у которых дети тоже больны, которые тоже не могут двигаться. И вот когда мы поднимем их, а я подниму их, вы увидите, когда они встанут и обнимут своих матерей. Может быть, тогда она простит меня? Кто? Старуха. Сама идея операции правильная, точная, выверенная. Я докажу это. И не только это. Ведь если мы научились управлять ростом нерва, мы сможем управлять самой жизнью. И это не фантазия!
что же это? Как же это, доктор? Пациент ваш помер, и дочка бы моя померла, если бы вы ее первый на стол потащили. Вы успокойтесь, Михаил Игнатьевич. Приходите в клинику, там обо всем поговорим. Вы уж меня простите, доктор. Я понимаю, вам сейчас и самим нелегко. Только вы меня поймите. Ну, как ей сказать, Аннушке? Ведь она надеется. А ей говорить ничего не надо. Все одно узнает, что операцию делать нельзя. Да кто вам сказал, что операцию делать нельзя? Какая может быть операция, если от нее человек-то помер? Да, он умер. Но от другой причины. А ему, тому, кто помер, ему вы, верно, тоже обещали. Заманивали. И у него, верно, тоже папаша был. И тоже старый дурак надеялся. Нет уж, вы режьте других, коли смелости хватает. А дочку я вам не дам. Сегодня же заберу ее из клиники. Это ваше право. Забирайте. Сегодня же заберу. Сейчас же. Забирайте. Сами ей скажите, что у вас ничего не вышло. Сами надежду подавали. Сами и скажите. Нет. Этого сделать я не могу. Вы должны сказать. Нет. Так я же вас заставлю, я вас! Как я ей скажу, что я не верю, если я верю? Если я знаю. Эх, вы, для вас своя фанаберия чужой жизни дороже. Неправда. Неправда. Тот, кто думает только о самолюбии, об успехе, тот ищет легкого пути. А вы посмотрите, посмотрите на него. Как вам не грешно так говорить? Он же жизнь отдает. Никаких горестей, никакого труда не боится. Он же для нас всех ищет. А вы хотите, чтобы он отрекся от своего дела? Взял бы и сказал, что не верит больше? Не знаю. Коли что не так сказал, простите. Дочка-то у меня одна. Это только начало. Вслед за ним и другие станут сомневаться во всем, что вы сделали. Найдутся трусы. Найдутся открытые враги. Они скажут, Петров зарезал человека. Немцы на фронте не смогли, а Петров зарезал. Не тревожьтесь, Леночка. Я ведь вроде вас, упрямый. Упрямый, да. Проводите меня домой. Здесь недалеко. А вы знаете, что мне пришло в голову, Лена? Что? Не перейти ли вам хотя бы на время на оседлый образ жизни? Взяли бы отпуск, пожили бы немножко здесь, в городе. Мы бы могли иногда видеть друг друга. Ну что ж, не останетесь? Останусь. Говорили. Так я и сделаю. Я окончательно решила, я не поеду в Москву. Как в Москву? Да, я вам забыла сказать. Меня же приглашают в Москву, в театр. Вот вчера вечером я получила телеграмму. О, 16 слов и все хвалебное, а? А я не поеду. Нет, надо ехать. Ехать? Да. Ведь там же учителя. Настоящие учителя. Школы настоящие. Да.
Надо ехать. Хорошо. Я поеду. Я обязательно поеду. Вот сегодня же возьму и поеду. Курящий, доктор. Я со всей возможной определенностью призываю ученый совет к разумной осторожности. Ваша разумная осторожность сводится к одному. Ни шагу вперед в науке. Я вашу осторожность давно знаю. Вы из-за этой осторожности и на Павлова нападали. Только он, правда, вас не испугал. Да знаете, старое помянет тому... Кто старое забудет, тот новому не научится. Работу Петрова хотите похоронить? Позвольте, позвольте. Я только к одному призывал. Еще раз проверить в лаборатории. Вот. Все новое в лаборатории запереть. А в клинике все оставить по-старому. Спокойнее, знаете ли, никакой ответственности. И так все высказались. И высказались единодушно. Если не считать особого мнения профессора... Нет, не особого. Я в прениях. Я не просил заносить протокол. Тем лучше. Я думаю, что доктора Колесова, согласно его просьбе, мы освободим от дальнейшей работы над этой проблемой. Что же касается доктора Петрова, то его научная совесть чиста. Ученый совет подтверждает, и в общем единодушно, что неудачный исход операции, вызванный скрытым дефектом сердца больного, не может опровергнуть самого метода. И у нас есть все основания разрешить доктору Петрову следующую операцию. Ваше мнение? Я согласен. Согласен. Я, кажется, опоздал, Володя? Да, опоздал. Ваше мнение, Владимир? Совсем опоздал. Александр Матвеевич? Согласен. Наркоз. Начали? Аннушка. Как ты себя чувствуешь? Ну ничего, ничего. Ничего, ничего. Ты сказки любишь? Люблю. Угу. Какую сказку ты любишь больше других? Про синюю птицу. Про синюю птицу? Это очень интересная сказка. Ну, расскажи нам ее, мы послушаем. Я не умею рассказывать. Ну, ты просто стесняешься. Ну, расскажи. Ну, расскажи. Жили-были мальчик и девочка. Они попали в сказочное царство. Это им снилось, что они туда попали. Но они туда попали... И сами увидели там синюю птицу. А синяя птица умела делать разные чудеса, того, что не бывает. А она делала так, что у нее все выходило. Она все умела делать. Разные чудеса. Она была синяя, красивая такая. Потом... Что было потом? Какое чудо? Спит? Лампу. Вырезать.
Операция серьезная, долгая. Все в помещении сидеть. Пошли на воздух. Вон погода какая. Пойдите, пойдите. Радио. А потом дойдет, это не скоро. Ведь пока швы накладут, пока там бить, то есть век, да-да-да-да-да. Ну вот, вот так. Алеша, пойдем к ней. Ты пойди, милый, мы тут поговорим с Александром Васильевичем. Делай, как знаешь. Да, это актриса. Елена Погодина. Ничего не скажешь. А между прочим, начинала вроде нас грешных. Не очень уж блистательно. Да, хорошее было время. Я о нашей работе говорю. Впрочем, работа теперь не наша, Петрова. А ты, Александр Васильевич, там в Филадельфии вспоминал 33-й номер, лабораторию? Часто. Ну, разумеется, поездка была очень интересной, поучительной. Но видишь ли, как бы тебе сказать, я ведь в сущности был там вот как здесь сегодня, зрителем, наблюдателем, так сказать. Зрителем, говоришь, наблюдателем. Как это мы, Александр Васильевич, с тобой в наблюдателях оказались? Да нет. Алеша очень нежен, очень внимателен ко мне. Ну, что ты понимаешь, Леночка, в нем погасла. Да, пожалуй, как-то потускнел. Родненькая. Если бы ты знала, с какой тоской я сейчас вспоминаю эти длинные вечера, когда я ждала их. Они мне казались ужасными. Дура. Как хорошо было тогда. Он приходил веселый, возбужденный, и все рассказывал, рассказывал. А я не понимала. Я хотела какого-то своего, маленького, отгороженного счастья. Я, кажется, разревусь. Не перестань. Вот погоди, приедет Петров, они встретятся. Он расшевелит, во все будет так хорошо. Елена Кирилловна, даю занавес. Приготовиться. Уже? Граждане, не стойте, не смотрите. Нет, ты в самом деле думаешь, что будет хорошо? Я живая, голос мой звучит. Я умру. Я умру. Правда победит. Поставьте ее на пол.
Ну, Аннушка, а теперь иди сюда. Ну, иди. Я не умею ходить, не заставляйте меня. Я не могу. Как не умеешь? Кто это тебе сказал? Ну, иди. Ты можешь ходить. Иди. Я не могу. Не умею. Ну, иди смело. Ну, не бойся. Ну, раз, два. Раз, два. Раз, два. Иди, иди. Газета со словами вождя, подаренной мне одной старой крестьянкой, стала для нас символом веры в успех, стала нашей совестью. Операция была задумана учениками академика Полознева, доктором Колесовым, доктором Рождественским и мной. И вот, товарищи, наша научная мечта осуществилась. А вы напрасно не аплодируете, коллега. Очень способный молодой человек. Да, наша мечта осуществилась. Как и многие светлые мечты человечества, она стала реальностью в моей великой стране. Фамилии докторов он назвал. Колесов, Волосов. Извините меня, не расслышал. Виноват. Аннушка, беги сюда.